Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Группа депутатов Госдумы в ближайшее время собирается выступить с законодательной инициативой о введении наказания за агрессивное вождение. Судя по всему, это то же самое, что и опасное вождение. Данный термин появился в ПДД в 2016 году. Он подразумевает такие действия, как резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, непредоставление преимущества при перестроении и другие. Парламентарии предлагают штрафовать таких водителей на 5000 рублей, при повторном нарушении от 5 до 10 тысяч, либо лишение прав до 1 года. Трасса 101. А в Совете Федерации предложили дать каршеринговым фирмам доступ к водительской истории граждан. Нужно это для того, чтобы перед сдачей клиенту машины в аренду компания могла проверить, нарушал ли он ранее правила дорожного движения. Людям, которые лишались прав за нетрезвое вождение, либо регулярно получают штрафы, доступ к каршерингу должен быть закрыт, уверен один из сенаторов. По его мнению, тогда и аварий будет меньше. Трасса 101. Главное, что отвлекает водителя – мобильный телефон. Это выяснила Московская госавтоинспекция. С начала года дорожные камеры оштрафовали жителей и гостей столицы за разговор по сотовому за рулем почти 70 тысяч раз. Если умножить на размер штрафа – 1500 рублей, то получится сумма более чем 100 миллионов. ГИБДД напоминает, разговор по телефону без гарнитуры или громкой связи увеличивает риск аварии в 4 раза, а набор сообщения в 6 раз. Трасса 101. Одна из российских фирм заявила о планах по созданию электромобиля на базе УАЗ «Патриот». Сроки реализации проекта не уточняются. Но инженеры компании уверены, что особых сложностей с установкой новых деталей на внедорожник не возникнет. Электромотор будет только один – на задней оси. Его мощность – 116 лошадиных сил. От функции подключения переднего моста и некоторых других опций придется избавиться. Сколько будет стоить зеленая версия «Патриота» – неизвестно. Сейчас рекомендованные заводом цены на него начинаются от 1 545 000 рублей. Трасса 101. Компания Lexus презентовала кроссовер RX следующего пятого поколения. О ценах пока не говорится. Габариты автомобиля по сравнению с предшественником практически не изменились, а вот масса стала меньше почти на центнер. Этого удалось добиться за счет того, что крылья и капот изготовлены из алюминия. В линейке двигателей будет несколько агрегатов. Самый простой – 279-сильный бензиновый мотор объемом почти 2,5 литра. Из интересных опций можно назвать камеру слежения за состоянием водителя. Благодаря ей машина автоматически остановится, если рулевому станет плохо. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».